Ребят, всем привет! Вы смотрите мой канал Оли Ди. И в сегодняшнем видео я сделаю обзорчик на мои новые очки, также на мои сладости. Конечно, здесь мои сладости не все лежат, но именно мои самые любимые, то есть которые я люблю. Вот, поэтому, если вы хотите, чтобы я прям все мои сладости показала, то ставьте плюсик, если вы хотите, чтобы я все сладости показала. А если не хотите, то минусик. И я сделаю опрос в Телеграме. Так что заходите в мой Телеграм, если вы сейчас не в нем. Так, ну что, начнем. Давайте первое на мои очечки. Они просто, они очень красивые. Мне понравилось. Вот смотрите, внутри они такие белые, а снаружи они такие черные. Очень крутые. Вот, видите? Еще мне вот эта штучка нравится. Вот это. Классно. Вообще смотрится. Мне очень, прям очень нравится. Я прям мечтала, наверное, о таких очках. Вот, поэтому такая красота. Мне очень сильно нравится. И вот так они очень круто еще смотрятся на волосах. Именно на голове когда. Ну что, давайте все-таки приступим к сладостям. Это, наверное, самое интересное, то, что будет в сегодняшнем видео. Итак, открываем. Та-дам! Это мои самые любимые сладости, но не прям самые. Так, давайте начнем. Значит, первое, это вот такие вот конфеты в виде сердечка. Ну как, именно не в виде сердечка, а вот такие вот сердечками. Вот такие вот. А, и еще вот такая вот тут была. Но, ну, короче, такие конфетки прикольные. Дальше, это такая конфетка Адель, я также очень сильно люблю. Дальше, такая конфетка, это Эсферу, вот такая. Дальше, это, ну, это даже не сладость, это больше как печенька, но это все равно Бельвита с какао. Правда, какао мне много нельзя, потому что у меня на него сыт потом на какао, поэтому я кушаю по чуть-чуть. Значит, дальше, это вот такая вот шоколадка молочная, кстати, очень сильно похожа на киндер-шоколад, вот, и, конечно же, киндер-шоколад, ребят, ну как же без них вообще, я не знаю, у меня вот упаковка, вот, поэтому, вот, это, ну, тут, наверное, самые мои любимые вкусняшки остались, и коробочка, вот эта вот самая нижняя, вас обманывает, поэтому досмотрите видео до конца. Итак, дальше это такой бургер. Или что это? Ну да, это бургер. Ну, на самом деле, это как будто чизбургер, потому что, ну, как бы, там не очень много ингредиентов. Но все, давайте будем считать то, что это бургер. Вот. Точнее, наоборот, в бургере там сильно много ингредиентов, а в чизбургере именно там мало, видите? Ну, короче, прикольно, мне нравится. И самое такое интересное, наверное, смотрите, вот, да, например, тут... конфил какой-то, конфеты. Нет, вас обманывают, точнее, я, потому что я в эту коробочку присыпала вот такие вот кислички. Я их очень сильно люблю, они вот это вот именно, видите, вот этот как, я не знаю, как посыпка, короче, она кислая, а потом сами конфеты, они сладкие, поэтому мне такой очень вкусный, да, извините, кисло-сладкие такие. Вот, поэтому вот такая вот красотень. И давайте их сложим же аккуратно. Итак, первое, у меня вот такой лоточек. Ну, конечно, он маленький, но все же у меня пока с проблемами все вмещается туда. Я, конечно, не все свои сладости. И, возможно, я обзорчик сделаю в следующем видео на мои сладости. Все. Вот, ну, кроме этих, потому что я эти вам показала. Вот такие вот конфетки мы складываем вот сюда вот. Вот так. Дальше у нас идет вот такая вот молочная шоколадка. Она у меня с трудом, видите, сюда помещается, поэтому я, наверное, под низ положу каким-то шоколад. Два где-то, я думаю. Даже третий поместится. Вот, поэтому вот так вот положим аккуратненько. Вот так получается. А дальше можно даже сюда еще СПР положить. Вот так. Чтобы было все компактно. Вот так. Дальше я ложу вот такую печенюшку. Точнее, пишите печеньки. Вот так. Так это все сейчас выглядит. Дальше вот такую конфетку Адель. Я надеюсь, я правильно читаю.
Вот, давайте это положим сюда, потому что тут у нас сильно пусто, а так нормально. Так, вот это вот у меня тут не лежит, потому что я вообще не очень люблю. И вот такие конфетки с сердечками лежат. Я в начале видео сказала в виде сердечка, но не в обертке сердечка. Вот, поэтому... Вот так, и бургер. Вот это ложим. Бургер, сейчас мне самый прикольный, мне тут больше всего нравится. Поэтому... Вот мы сложили вот мои сладости, так сказать. Вот, я надеюсь, этот обзорчик вам понравился. Он был довольно прикольным. Вот. Поэтому, если вы хотите еще обзор на мои прямо все сладости, либо же на что-то мое еще другое, а он сегодня закрывается, вот, поэтому пишите мне, я потом под этим прям видео сделаю такой как опрос, хотите ли вы, либо же нет. Поэтому голосуйте. И, если что, я буду делать обзорчик на все сладости прям. Либо же на мои вторые очки, в принципе. Вот, я закрыла. Так получилось. Какая вам сторона больше всех нравится? Мне вот эта. Да. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.